Доброе утро, мои родные. Сегодня 25 апреля. Вы знаете, какой день счастливый в моей жизни? День нашей свадьбы. Где я нахожусь и что я подготовил? Вы не представляете, я уже с 7 утра сижу. Так, мы вчера отмечали день рождения Лаурочки. Это крестная мама Далиды. Вы не представляете сейчас, чем занимается вся команда. Но не могу показать просто. Начали с тебя, закончили с нас. Да? Ребят, ну реально это варварство, потому что... Смотрите, что мы делаем. Ради любви, что мы делаем, да? И мне так стыдно, главное. После вчерашней тусовки, все сегодня в 6 утра. Под ароматы роз и перегара, да? Да. Розы и перегар – это кайф. Самый романтичный запах. Не говори. Лучше сюда, она сама сюда пойдет. Как писать?